Никита Литвинков. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки, так, сосисочки, 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 сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Сосисочки, 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 сосисочки. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.